В этом месте можно много что скушать. Все, ребята, они пропускают вот это место. О, вот здесь я башню эту съедаю. И кушаю вот эту всю мелочевку, домики. А здесь я могу кушать стены. Вот, смотри, как... Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про дырочку. И мы будем кушать. Так, я за Котю играю, мне нужно скушать сейчас эти вот коробочки. Так, быстренько съедаем, вот. И отправляемся дальше. Смотрим, что бы нам еще скушать. Так, здесь ничего интересного нету. Так, вот этих, кушаем сразу травку вот эту вот. Быстренько, нам нужно все это быстро кушать. И теперь кушаем деревья. Вот, вот ограду вот эту кушаем. Ой, тут ничего не видно. А, давайте отправимся дальше. Вот здесь есть деревья, тоже мы сейчас эти деревья скушаем. Так, и посмотрим других ребят, что другие ребята кушают. Почему я их не вижу? Так, деревья быстренько съедаем. И, может быть, даже вот эти домики мы можем есть, да? Кушаем домики. А, кто-то тоже, видишь, внутри бегает, кушает. Вот так, сейчас мы наедимся. Вот тоже, смотри, ребята ходят. Ребята, вы что кушаете? Давайте я с вами тоже покушаю. Вот, домики. Все. Ну, нам лучше, конечно же, какую-нибудь мелочевочку найти. Сейчас посмотрим. Где-нибудь сейчас айтиком я смогу сесть? Ах, нет, не получается. Ага. Вот в этом месте можно много что скушать. Все, ребята, они пропускают вот это место. О, вот здесь я башню эту съедаю. И кушаю вот эту всю мелочевку, домики. А здесь я могу кушать стены. Вот, смотри, как хорошо кушается. Нифига себе. Вот это котя стало большой какой. Так, вот эту сейчас я скушаю. Ходит. Сердечко. А, сердечко я не могу съесть. Понимаешь почему? Потому что я еще маленький. Давай. Кушай, котя, кушай. О, сердечко. Видишь, что решила покушать? Тут вкусняшки всякие. Опа, чуть-чуть не хватило. Я бы ее съел, сердечку эту. Так, идем дальше. Выбираем другой скин. А, мышку. Выбираем мышку. Ой, все, ребята. Вот эти надо кушать. Какие-то колечки. Все, сейчас быстренько колечки съедаем. И надо отправляться, знаешь, куда? В поисках чего-нибудь мелкого. Вот, есть вот мелкое, много есть. Теперь вот это вот листочки. Травку всякую вот это вот все кушаем. Ого! Съел я прям, прикинь, деревья вот эти вот. Так, все. Смотри, какая у меня стала большая мышка-то. Все. А, вот они где. Смотри, они пошли вот сюда, в город. И решили в городе что-то покушать. Ага, прячутся. Не хотят. Боятся. Сейчас мы тут все скушаем. Так, вы боитесь, да, мышку? Мышка-то добрая. Ой. Смотри, этот убегает. Только я на него только зря время трачу. Иди. Отдыхай. Гуляй. Так, а мы будем кушать дальше. Тут много очень вкусной травы. Идем дальше на середину карты. Вот, смотри, здесь сколько всего вкусного. Нифига себе, кто-то сидит, кушает вот здесь травку вот эту. Заборчики. Это правильно. Вот заборчики нужно кушать. Нормально. Сейчас здесь все съедим. Нам нужно, знаешь, как вот тактика? Тактика такая, что не давать другим кушать. Вот, мы идем и съедаем все за них. Ой, как тут всего много. Мы сейчас тут все много чего съедим. Вот, это дом большой китайский. И особенно вот эта травка. Мелкая травка. Мы ее сейчас всю съедим. Вот такая вот у нас мышка. Котик. Котик. Ладно, котик. Медленный ты сильно. Мы сейчас вот тут все скушаем. И все хорошо. Так, тоже кого-то мы съели. Ну что ж, ладненько. А сколько? О, нам дали 2 звезды. О, здорово. Играем дальше. Может быть, нам новый скин дадут. О, нифига себе, мы в городе. Так, нужно аккуратненько здесь все кушать. Так, а ну-ка, кышьте. Ох, нифига, котика какая-то большая стала. Нифига себе. Котика нас может съесть. Котика. Так, дальше мы... А мы все кушаем, пушаем, никого не слушаем. Во-в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 о
Спасибо. Это я все сам скушаю, это не нужно кушать. Так, быстренько машинки съедаем.
И сейчас мы можем уже кушать дома. Да, мы кушаем дома. Конечно, половину домов отлетает, но ничего страшного. Я там видел котику. Не надо нам будет пойти сейчас до котики и попробовать съесть ее. Ну, просто интересно, смотри, как мышка может скушать кошечку. Это же неправильно. Мыша же не может съесть кошку. А мы сидим, да, в игре. Но это будет интересно, прикольно. А потом Котя будет кому-нибудь рассказывать. Я была кошкой, и меня съела мышка. О, вот здесь надо вот это все. Вот это все очень вкусное. Это даже вкуснее, чем дома. Потому что я расту намного быстрее на мелочевочке вот этой. А вон котика маленькая совсем. Смотри. Сейчас попробуем сердечко съесть и идем до Коти. Котя, подожди. Все-таки, видишь, скорость у Коти быстрее, больше, чем у меня. Поэтому тяжело. Тяжело съедать. Так, это что, чувак стоит, смотри, хочет дом съесть и не получается. А что ж ты стоишь-то, пытаешься съесть вот этот огромный дом? Ты должен идти и кушать поменьше. Хорошо, скушали мы. Так, отправляемся дальше. Давайте выберем новый скин. Котику. Котика вот этого выберем. Хорошо. Где мы сейчас будем? А, вот в этом месте. Так, срочно ищем что-нибудь мелкое. Так, отправляемся. Вот здесь солдатики стоят. Так, они не скушиваются. Так, вот, вот эти коробочки сидим. Быстрее, коробочки. Вот, съели коробочек. Так, людишек мы можем кушать? Нет, да, кушаются они хорошо. Так, идем на площадь. На площади тоже тут должно быть что-то. Ох ты, нифига, сколько солдатов тут стояло на площади. Так, все, дальше едим. Вот эту всю мелочевку поели на площади. Все, дальше идем. Так, а ну-ка, вот мы стали чуть побольше. Деревья можем кушать. Давайте здесь немножечко быстренько поедем деревья и отправимся дальше. Что мы можем тут кушать? Вот, давай здесь посмотрим. Вот здесь площадь тоже должна быть какая-то. Вот, смотри, вот площадь. Все, на площади мы тоже кушаем вот эту всю мелочевочку. О, цирк, вот это тоже. Мы это все съедаем. И становимся самыми большими. Вот здесь тоже мы это все съедим. И очень много деревьев, смотри. Мы это все сейчас быстренько подкушаем. Вот. Но надо мне найти, знаешь что? Мне надо найти какой-нибудь сад, где много-много мелочевочки. А где сад находится, я даже и не представляю. Давай туда пойдем. А, вон смотри, показывается стрелочка зеленая. Monster Energy. А, вот Monster Energy. А зачем он мне нужен? А, нифига, подожди, не ешь! Ну зачем ты это все съел? Ах. Ладно, сейчас мы его съедим. Нам дается за убийство всего лишь 60. А он съел-то намного больше. Так, идем. Давай, котик. Кушай, увеличивайся в размере. Молодец. Так, тут тоже мы сейчас все это подъедим. Все, вышло время. Так, что у нас там получается по очкам? Мне нужно. Я хочу еще скин. Знаешь, какой у меня здесь еще скин не хватает? Вот этого котика. Ох, нифига, там скинов-то много еще, смотри. Ладненько. Берем акулу. Играем за акулу. Где сейчас, наверное, в городе будем? А, нет, смотри. Это китайская деревня. О, нифига себе. Тут, смотри, кушают вот эту траву. Сейчас быстренько сидим. Ох, нифига. Давай. Быстренько кушаем. Все, пошли есть траву. Так, главное вот этим ребятам не дать траву есть. Все, их выгнать надо отсюда. Тут я все сам буду есть. Так, ты, мыша, куда ты? Что ты там ешь уже? Все. Вот здесь сейчас все съедим. Мелочевочку вот эту все. Хорошо. Кто-то тоже, смотри, здесь ходит, что-то и кушает. Давайте, ребятушки. А-а-а. О, тоже акула маленькая, надо ее скушать. Маленькую эту акулу. Оп, все, съели. А, нет, не съели. Ну ладно, пусть живет. Мы отправимся дальше сюда. Здесь покушаем. Хорошо. И сейчас пойдем до друзей своих. Друзья, привет! Акула хочет дружить с вами. Мышка. Акула тоже, смотри, стоит рядышком. Все, скушали мы их, идем дальше. Тут какая-то котя. Котя какая-то кушает. Что-то там кушает. Давайте мы тут все подъедим. Вот, хорошо. Так, а этот, смотри, малыш идет куда? Куда ты идешь? Это я все сам съем. Вот тут тоже какие-то ребята что-то встали.
Непонятно, что они здесь делают. Почему они здесь стоят? Оп, все, скушали. Идем дальше. Что еще мы можем скушать? В принципе, тут мало что осталось. Надо идти куда-нибудь дальше. Так, мышку вот эту сейчас быстренько скушаем. Все, мышка. Да, мы мышку скушали. Мультикил какой-то. Мультикил называется. Мышка. Все хорошо. Мы здесь, в принципе, всех покушали. Давайте еще раз поиграем во что-нибудь. О, в городе. В городе, в городе. Эй, дай мне я это съем. Подожди, отстань. Так, ладно, ты ешь там, я здесь. Ох, нифига, смотри, сколько здесь много этих штучек. Так, идем дальше, людишек. Так, кто там, где там, кто еще? О, давай вот здесь мелочевочку тут усидим. Блин, давай быстрее уже кушай. Кто-то там больше меня, смотри. О, смотри, сюда никто не пришел. Офигеть, я это все съем. Спасибо. Вот еще возле, возле суда очень много людей стоят, машины стоят, да? Так, вот сейчас я уже дома стал кушать, сейчас быстренько съем машинки. И буду кушать уже дома. Вот, хорошо, мы стали самыми большими. Вот, тоже дома. Все, съедаем быстренько, хорошо. Отправляемся дальше, кушаем. Вот здесь домики съедаем. И вот здесь съедаем домики. И отправляемся дальше. Вот еще домики. Так, ты зачем? Слушай, ты не можешь съесть домики, зачем ты их ломаешь? Ага, тут тоже сейчас кушаем. Смотри, какие-то тоже ребятушки пытаются скушать домики, но у них не получается, потому что они маленькие сильно. Опа, кого-то сейчас мы уже скушали. Ага, а что это за дорога такая? А, здесь нельзя никуда идти, да? Карта маленькая. Все, мы сейчас большое здание вот это вот съедаем. И вот это круглое здание. Да, им уже есть нечего, поэтому они, смотри, ходят. И не знают, чем им заняться. Ну, а я буду кушать дома. И, может быть, даже их скушаю. О, кока-колу съел. Вкусно. Вкусно, но мало. Вот так вот. Ну, ладно, друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.